На улучшение жилищно-коммунального хозяйства республики требуется 500 000 000 000 рублей, и все проблемы в один миг решить невозможно. Начинают встречу представители власти. Рыбничане все же хотят знать, когда начнутся позитивные изменения. Наш кооператив существует 43 года. Ни одного рубля мы от государства не получили. Когда мы будем жить в равных условиях? В данном направлении сейчас разрабатываются проекты программ, во-первых, по восстановлению жилищного фонда, да, независимо от формы управления. Пусть это будет кооперативный, ТСЖ, либо это управляющая компания, либо это собственники жилья, где малое количество квартир. Власти отложили реформу ЖКХ. Теперь для того, чтобы выбрать способ управления домом, у жильцов многоэтажек есть 3 года. А вот сельских жителей больше волнуют вопросы транспорта и дорог. Сегодня плохая дорога. Это результат не вчерашних событий, не позавчерашних. Это результат 10-летней давности, 20-летней давности, потому что в эти села никто не заходил, не обращал на это внимания, может быть, меньше уделялось внимания. На сегодняшний день есть ряд поручений президента, которые говорят о том, что мы должны больше, в том числе, уделять внимание и сельской местности. Мария Пантазия, Оксана Круг, Первый Приднестровский телеканал.